Российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк, но вооруженные силы Украины сдерживают оккупантов. По словам Владимира Зеленского, Россия использует все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают, отметил президент. Россия направила практически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая спецоперация стала причиной экономического кризиса. В частности, в такой отрасли, как строительство и многих других. А также и причиной обнищания людей, которое может быть еще больше, чем в 90-е годы. Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х. Оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут. На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, когда наши защитники и защитницы отбивают эти наступательные планы России, срывая их, это конкретный вклад в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День Победы. И никакие российские удары ни ракетами по Ровенской области, ни артиллерии по Харьковской или Сумской области, ни всем возможным оружием по Донбассу результата России не дадут.